Играли, в принципе, здорово. Было много моментов. Вот не реализовали их. Поэтому как бы совершили ненужные ошибки, нам забили 2 гола. Ну, в принципе, отпустили игру, которая должна быть наша. То, что не реализовали свои моменты, это не везение или другие причины? Ну, игру там где-то, может, вратарь хорошо сыграл, где-то мы не так бросили. Вот. Ну, в принципе, может быть, и не везение. Там, и должны были забивать уже 3 гола в первом периоде, ну, не повезло нам. Ударно провели первый период, во второй 20 минутке выглядели так активно, но в третий как-то сбавили обороты. С чем было связано? В третьем периоде не знаю, что случилось. Я говорю, это из-за нелепых вот ошибок, которые мы, ну, где-то, может, клюшка сломалась, там что-то не выкинули шайбу и, в принципе, нам забили гол. Впереди 55-летие клуба, следующий матч с московским «Динамо», юбилейная дата. Как-то уже в команде обсуждаете между собой, готовитесь к этой встрече? Да, нам сказали, да, что 55-летие клуба. Вот, в принципе, будем настраиваться на игру, как, ну, с двойной силой, с двойными эмоциями. Ну, как бы хорошая команда, «Динамо», Москва. В принципе, настраивать не надо на игру. Ну, думаю, будет хороший матч, зрелищный.